Дорогие друзья, уважаемые одесситы, первое, что хочется сказать, что все абсолютно, и народные депутаты, и городские депутаты, все коммунальные и муниципальные службы сейчас работают во благо одесситов. Работают все время, 24 часа в сутки. И мэр города, и новоназначенный глава областной военной администрации делает все, все правоохранительные органы. Направлены все усилия на сбережение нашего города и на то, чтобы в случае нападения на наш город все было продумано и одесситы были в безопасности. Друзья, очень важный момент, который мне бы хотелось как члену финансового комитета донести до вас. Сейчас предприниматели стараются не использовать терминалы и не осуществлять безналичный расчет. Это приводит к большому скоплению наличности в каких-то определенных руках. Не дает возможности вовремя выплатить пенсии, вовремя выдавать заработные платы. Пожалуйста, прошу вас, предприниматели, будьте сознательны, относитесь к этому серьезно и давайте возможность людям рассчитываться терминалами. Вся банковская система работает в стандартном режиме и полностью обслуживается. Также хочется поблагодарить все муниципальные службы нашей областной военной администрации. Друзья, все будет хорошо. Одесситы, слава Украине!